В поселках Югры обновляют медицинское оборудование. Так, в амбулатории поселка Вахов появился кислородный концентратор. Аппарат преобразует обычный воздух в высококонцентрированный кислород. Оборудование установили в кабинете неотложной помощи. Аппарат сейчас содействует с дефибриллятором и электрокардиографом. Кислородный концентратор сейчас используют для помощи пациентам с ковидом, а также с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Дышать-то легче же все равно. Вот спасибо девочкам, они мне быстро оказали помощь. Я сама, конечно, дошла, но еле дошла. Там давление 30, что ли, было, я не помню уже. Этого грудь-то сдавливает, когда случаются приступы. Так же, как вот при ковидных, да, вот тяжелые случаи, если какие-то бывают, дыхательная недостаточность. Вот, также при сердечных приступах, то есть тоже очень хорошо поднимает сатурацию. Его можно перемещать, вот, если есть, например, в машине, да, розетка для 220, можно и в машине его подключать. Для транспортировки пациентов тоже очень удобно.